Виктор из Магад Эс Гварда. Спасибо большое за донат. Вот это ты раздобыл, так сказать, в закромах. Какой план? Коварный план. Кстати, не совсем регги получилось тут. Что-то такое, хуй пойми что, в общем. Я сохраню твою наркоту. Типа регги ска какое-то такое. Я сохраню твою наркоту. Как липкую плесень на шарбаных стенах. Я сохраню твою наркоту. Твои едкие фразы не так уж мелки. Сохраню твою. Ну, блин, наркоту. Прикол в том, что это смешно выплю, только если знать оригинал. Вот это маримба должна быть. Барабаны прописал. Давай, давай, Зураб, заходи еще как-нибудь. Арик не попал. Арик — это группа Муст. Дайте кто-нибудь сотку закинет, я оригинал рублю. Даже два оригинала. Ну, то есть минус я сделал сам полностью. Но я говорю про оригинал песни. Это кавер на... А, блядь, тут не подписан. Ёб твою мать. Бля, ребята. Это потеря-потеря, если честно. Это максимальный как бы. Почему я не подписал вообще? Сама песня... другой, ну короче, это одни мои... Это очень малоизвестная группа, которые играют очень ужасный гаражный гранж такой, типа. Как будто... Франкенштейн из Нирваны, гражданской обороны и очень плохой игры, типа. Это... Но при этом охуенно получается. И просто эта вот песня, у нее буквально такой текст, буквально там вот такие аккорды и все. Но она прям охуенно в регги просто ложилась. Мне это в голову как пришло, все, я не мог спать спокойно до тех пор, пока не сделал эту хуйню. А в оригинале это супер депрессивный такой, типа, гаражный трек такой. И пусть меня вывернет наизнанку! Бля... Поищите, короче, группа Мус называется, вот. Ну, либо... Ну, там не пост-хардкор, ты чё, это... Ну, короче, гаражный рок, по сути, гаражный нойз-рок, вот так бы я, наверное, если это называть нормальным каким-то словом, а не просто, типа, шкальцы играют какой-то пиздец, то, наверное, гаражный нойз-рок.